И слово для поздравления предоставляется нашему директору, руководителю структурного подразделения Павлу Станиславовичу. Спасибо. Прежде чем поздравить вас с наступающим Новым годом, я бы хотел сказать пару слов о том формате, в котором мы сейчас с вами будем общаться. Дело в том, что, ну, вот седьмые классы это не знают, а восьмые и девятые знают точно, что вот такого формата представления концерта до сих пор не было. Концерт всегда был один, в зал набивались все-все-все-все-все, кто хотел, с 7 по 11 класс, плюс еще были, разумеется, учителя, и, естественно, места всем не хватало. Вот можете повернуться там вперед-назад, да, посмотрите, практически нет свободных мест сейчас. А у нас еще столько же учеников в 9Б, в 10 классах и в 11. Логично, по-моему, я излагаю вполне, да? С точки зрения банальной математики вы меня понимаете хорошо. Вот. И эта ситуация, ну, мы решили, что она в корне неправильная, потому что каждый из нас, мы все одна команда. Одна. И должны прикоснуться не только к обучению, не только к учебным дисциплинам, но еще вот к этому общению вне уроков. И это очень важно. Сегодня для вас команда Антона Захаровича приготовила замечательное представление. Ребят, вы еще обязательно поблагодарите потом. Вот. И обязательно еще в конце сегодняшнего представления будет сюрприз. Поэтому просьба ровно одна. Мобильные телефоны выключаем сразу. Если у кого-то что-то зазвонит, то в следующий раз будет звенеть у меня в кабинете этот аксессуар. Мы желаем вам хорошего настроения. Пожалуйста, поменьше общайтесь друг с другом, побольше смотрите представления, потому что, ребята... Я еще даже не закончил говорить. Андрей, наведи там порядок среди своих. Давай, давай, давай. Хорошего вам настроения. И уважаем друг друга, уважаем актеров. Получаем удовольствие. Ура! Так, собрались, собрались, быстрее! Поехали, поехали, поехали. Последние репетиции, скорее. Ну что ж такое, за Новый год скоро. А я буду участвовать. Девочка, ты кто? Белка. Какая белка? Это не из этой сказки. Уйди. Так, ну давайте, ну скорее, елки-палки. Ну что ж такое. Скоро же приедет сам. Президент. Какой президент? Дед Мороз. Да-да. Как и каждый раз на новогоднюю елку в Кремле. Настоящий Дед Мороз. А вот он. Снегурочка! Так, Снегурка, приготовилась, твой выход. Камера, мотор, поехали. Сейчас, сейчас, дедушка. Здравствуйте, дорогие зрители. Я едва не опоздала. Столько дел, столько забот перед самым главным праздником. Я задолбалась. Давайте уже позовем деда и начнем. Дедушка! Дед, ну где ты? Снегурочка, ты Валентина и не видела? Ну они ж под лавкой стоят. Нет их там. Ну не могли же они куда-нибудь деться, сами уйти. Ну, дед, давай уже не бойся, давай начнем концерт, и зрители его с праздником поздравят. Да что ты такое говоришь? Как я со своим ревматоидным артритом буду праздник без валенок открывать? Ну не могли же они сами уйти. А может, они опаздывают? Спонсор нашего сегодняшнего показа – сильно действующее антиопаздывательное средство «Радарин». Лицей 8.31. Thank you.
А теперь посмотрим, что же изменится после применения эрадарина. Лицей 750. Результат налицо. Радарин и ваши опоздуны посрамлены. Знаете, все очень плохо. Валенок действительно нет. Ну куда они могли подеваться? А дед уперся. Не пойду я на стену без валенок, не пойду. Что делать? А вдруг возьмет и правда не выйдет? Что мы тогда, без Нового года? Да. Точно. Нужно позвонить в милицию. Давай я позвоню. Я сама позвоню. Алло, милиция? У нас валенки пропали. У нас валенки пропали. Нужно срочно найти. Приезжайте быстрее. Сказали, приедут. И даже с собакой. Будем ждать. Валенки у нас пропали, нигде найти не можем. Не волнуйтесь, гражданка, сейчас отыщем. Так, граждане зрители, поднимаем ноги на опознание. Поднимаем. Давай мы подъехали. Да, ко мне. Собираюсь я ничего нюхать. Я и так вижу, нет здесь валенок. Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Я служитель закона. Быстро ко мне. Да, пожалуйста. Ищем. Ищи. Нашли. Так, стоп. Вы кого привели? Вы что, Баба-Яга? Я Белка. Вы что, никогда Баб-Ёлку не видели? Уведите ее и приведите мне нормальную Бабу-Ягу, нормальную. Афиня! Куда вы меня тащите? Я с вами никуда не пойду. Пойдем. Вы вообще кто такие? Я на вас милицию заявлю. Я милиция. Что вам от меня надо? Это вы, гражданка Бабы-Яга, валенки украли у Деда Мороза. Какие такие валенки? Я их строго не видала. Я модная Бабы-Яга. Я пришла посмотреть шоу. Шоу. Ты на меня натравил собаку. Она хорошая. Она на меня вылупилась. И еще нюхает меня. Так, не волнуйте, собаку выберем. Пройдемте протокол запишем. Пройдемте протокол. Я не виновата. Пойду я посмотрю, как там дедушка себя чувствует. А то что-то метель начинается. Самолаживает. А пока они все ходят, давайте поиграем в снежки. Я кидаю вам снежки, и вы по очереди попытаетесь попасть в корзину. Не мои!
искать будет протоколы, писать. И что делать? Что делать, Яга? Что делать, что делать? Смотри, людям праздник испортили. Ты лучше дедушку старенького успокой, а я сама расследование проведу. Мухтар, ко мне? Пойду я туда. Иди сюда. Воспитанный какой-то, а не воспитанный. Ваня, мы сейчас пойдем искать. Пошли. А ну вас! Чего это вы тут кричите? Яга! А где валенки? Видишь, напятила, да? Это мои валенки. Я за ними в Ярославль на валяльную фабрику ездила. Сейчас разберемся. Дедушка! Иди сюда! Ой, народу-то сколько, а я босой. Вот свет-то. Дедушка, посмотри, вот это твои валенки? Конечно же не мои. Куда вы смотрите? Вы их простите, маленькие просто потерялись, и вот все с ног изделись, как же я без них? Вы идите, идите, они вас больше не задержат. Ой, да я никогда не тороплюсь. Ты только какой у вас симпатичный, женись на мне, а? Нет. Ну, маленький, ты. Даже не надо. Может, пойти в костюм? Нет, нет, Журанька! Нет, нет, нет. Ну, нормально. Да уж, резвая тетенька попала сегодня. А куда это вы попали? На рынок ей, помню. Да похоже. Смотри, а как на рынок выпить валенки сейчас найдем? Кстати, на валенку выпить. Мандарин вкусный, сладкий, как любой. Белка, уйди! Белка, уйди! Ой, подожди, подожди! Как эта штука работает? Ой, подожди, подожди! Ботиночки отличные, замашиновичные! Дуй в доме Армани, за реально небольшие мани! Пожалуйста! Уважаемые, а валеночки у вас имеются? Дайте по красавицам все найдется! Дай сюда! Это что такое? Это валенки красивые, валенки со стразами! Бери, не пожалеешь! Мы ищем валенки для Деда Мороза, а не Элтону Джону! Да бери, не пожалеешь! А что-нибудь попристойнее не найдется? Валенок нет! Возьми пакет, на ногу натяни, задыши, тепло, сухо, не пахнет и не промокает. Мы же валенки ищем. Возьми пакет. Пакет валится, дай померяю. Хоть что-то, сойдет. Эй, 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 куда заплатить, эй? Убежал. Ай, ты вас пьешь. Ну что? Нашли? Ну все, последний раз я сюда по-своему хожу. Впредь пока валенок не будет, не выйду больше сюда. Все, ты виноват. Видите ли, нюхать ему лень, устал он. Нюхай быстро деда, и чтобы больше не ошибался. Что опять? Снеженка какая! Пошли давай, валенки надо искать!
Меня там эльфы на трон посадят и будут поклоняться как живому богу в качестве проекции древних традиций в наше скудное бытие. Пляж. Эльфы, значит? Бытие. Живой бог. Знаешь, да езжай. Езжай. В принципе, дед наш... Не так же редко и моется, ну да, раз в год, да. Но тщательно. Да, больше драматизма. Где ваш драматизм?
Да и куда ж я? Без березонек-то наших кудрявых, без церквей-то наших златоглавых, без полей наших бескрайних. Без город наших высоких, да? Нет! Так, хорош, что цопи распускает. Что мне твои деревья да поля? Все надоело. Я ухожу. Я с тобой. Встречай меня, Санта. Слабак! Кто я? Он? Никто, запомни, никто и никогда не смеет называть меня левого валенка Слабаком. Буга Евросоюзная! Ах ты, достал меня лоб! Да! Замолчали оба! Если ты сейчас не замолчишь, я тебя брать в этой дырке и черную дыру сделаю. Понял. А тебя вообще без суда и следствия закопаю. Внучки! Родненькие нашлись! Мариночки мои! Что же вы так ругаетесь? Деду. Не надо! Я вас беречь буду! Ты не обращай внимания! Я вот весь беречь буду! Снегурки постирать отдавать там! Вы только не убегайте! Снегурки, это хорошо! Ну ладно! Наша история с Валиками благополучно завершилась. И я от всей души хочу пожелать вам, чтобы в наступающем году и ваши хлопоты разрешались так же счастливо, как у нас сегодня. Каждый хотел петь и танцевать, не пришлось бы нам всех день и ночь пинать. Новый год, красота, что ни говори, но так сильно заняты наши технари.